среду в Самарской области облачно, осадки в виде дождя. Температура воздуха днем 4-6, тепла ночью минус 1-2 градуса. Ветер северный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, осадки в виде дождя. Днем плюс 5 градусов, ночью минус 1. Северо-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, небольшой дождь. Днем плюс 4, ночью минус 2 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно и небольшой дождь. Дневная температура плюс 4 градуса, ночью минус 2. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.